Тобольский пединститут перешел на онлайн-обучение. Такая форма учебного процесса сегодня налажена на всех образовательных площадках Тюменского государственного университета. Организовать дистанционное обучение студентов решили после указа министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. Его главная цель – недопущение коронавирусной инфекции. Все образовательные учреждения по рекомендациям штаба принимают решение о возможности и о переходе на дистанционное обучение. Организуется дистанционное обучение решениями руководства данных образовательных учреждений и выполняются рекомендации, все эти получены. И руководство образовательных учреждений принимает решение в соответствии с этими рекомендациями. А на заседании городской санитарно-противоэпидемиологической комиссии в Тобольске решили отменить все массовые мероприятия численностью более 50 человек.